Всем привет, с вами Станислав Милешов, и это школа битмейкинга. Добро пожаловать в новый видеоурок, в котором я расскажу вам несколько простых, но при этом очень полезных фишек по работе с панорамой вашего трека и зачем она вообще нужна. Но перед этим предлагаю вам приобрести мой пакет видеокурсов, который называется «Двойное сведение». Это несколько видеокурсов про сведение и мастеринг, которые позволят вам поднять ваш скилл настолько, что вы сможете качественно сводить и делать мастеринг бита в любом стиле на уровне популярных битмейкеров. Чтобы узнать все подробности об этом пакете, переходите по ссылке, которая горит сейчас у вас на экране, либо по первой ссылке в описании. Переходите и делайте заказ сегодня, пока акция еще не закончилась. А мы переходим к видеоуроку. Итак, сейчас я покажу вам свой бит, в котором не будет элементов, связанных с панорамой. То есть, по большей части, все сейчас будет звучать по центру, и вы поймете, насколько это скучно. Вот так все звучит. И в целом, ну, нормально, но не хватает объема. Сейчас я покажу вам, с помощью чего его можно добавить. Пойдем поэтапно. Добавим перкуссию. Смотрите, у меня два шейкера. Один направлен вправо, другой влево. Зачем это нужно? Чтобы когда один идет следом за другим сразу, у нас появлялся интересный момент такой перехода резко из одного уха в другое. Но самое главное, когда вы делаете такую фишку, никогда не делайте так, чтобы был из крайнего правого положения переход в крайнее левое, или наоборот, из крайнего левое в крайнее правое. У меня все шейкеры направлены буквально процентов на 30-35 влево или вправо. И это очень важно, потому что такой слишком резкий переход, он не добавит объема, он только может сбить ритм или сбить слушателя с толку, а нам это не нужно. Следующий момент — это хэты. По идее, правильное расположение хэтов — это слева, чуть слева. Вот вы видите, вы тут можете видеть у меня, насколько сильно они повернуты, буквально процентов на 15. Все зависит от сэмпла. И еще очень важная фишка. Панорама распространяется только на те инструменты, которые звучат в верхней части, в верхнем диапазоне. Еще в качестве работы с панорамой я предлагаю вам использовать клэпы, иногда подмешивать их к снэру. Сейчас. Они звучат очень широко, потому что это два почти одинаковых клэпа, которые наложены друг на друга. Один направлен чуть влево, другой направлен чуть вправо. Вот они, вы можете их сейчас видеть. Вот. Это тоже очень интересная фишка, которая позволит вам расширить ваш трек. И, наверное, последняя, но не главная, но не самая последняя по важности фишка здесь, это интересная работа с сэмплом. То есть здесь у меня вот сэмпл звучит вот так, потому что, ну, это такой интересный прием просто творческий. И вот что я сделал. Я взял первую часть этого сэмпла, срезал с нее, наоборот, весь низ, вот вы можете здесь видеть, и наложил на нее дилей. То есть... И это подмешивается к основному сэмплу. И самое главное, что можно так сделать, но главное, чтобы это все сочеталось с битом. Бит весь звучит вот так. Опять же, если мы уберем все, что связано с панорамой, звучит вроде, но скучно. Ну и, наверное, на этом все. Это были три простые фишки по панораме трека. Напоминаю, что первая фишка, которую я вам рассказал, это шейкеры и хэты. То есть шейкер, который переходит плавно из левое в правое ухо. Хэты, которые все это дополняют, звуча слева. И чуть не забыл, очень важно, чтобы хэты были динамичными. То есть не звучали с одной громкостью, а velocity хэтов изменялась. Вот как у меня вот здесь. Далее я рассказал вам еще одну простенькую фишку с клэпами, которые вы подмешиваете к снэру, и сэмпл, который высокий, подмешивается к низкому сэмплу. И на этом все. Напоминаю вам, что панорамировать нужно только то, что находится в верхнем диапазоне частот, все, что снизу, то есть бас и бас-бочка,
должны звучать ровно по центру. Если вам понравился этот видеоурок, обязательно поставьте лайк. И на этом все. Напоминаю вам, что вы прямо сейчас можете приобрести мой пакет видеокурсов «Двойное сведение», который очень сильно прокачает ваше сведение и мастеринг, выведет его на уровень профессиональных битмейкеров. И этот пакет продается прямо сейчас со скидкой 55%. Нажмите на ссылку, которая горит у вас сейчас на экране, либо перейдите по первой ссылке в описании. И делайте заказ сегодня, пока акция еще не закончилась. На этом все. Пока.